Всем привет! Хотел с вами поделиться. Мы сегодня в Костроме. С самого сранья, не побоюсь этого слова. И мы снимаем замечательный, очень классный проект под названием «Малая земля». Съемочная группа ездит на малую родину каких-то известных людей и снимает про их детство, школу, садики, их родной дом. И вот сегодня целый день мы ездим по замечательному моему любимому родному городу Костроме. Были уже... Были в школе номер один, были в Дом творчества «Жемчужина», были в центре... Там такие дворы под названием «Цыплятник», где я раньше вырос, жил и где я провел свое детство. Детство, да. Были на рынке на Центральном, так как я там много времени проводил, работал пацаном. И сейчас едем в армрестлинг к Леониду Гавриловичу Бурлакову, к моему первому тренеру, которого я не видел 15 лет. 15 лет, это же капец. Вот, сейчас, ребята, кто из Костромы, я еду по рабочему. Здесь я тоже очень много времени провел и в детстве учился в 27-й школе, 1-й, 2-й, 3-й класс. Улица Юных Пионеров. Вот эти бараки, которые на улице Юных Пионеров. Я там вырос тоже, жил какое-то время. Короче, очень круто. У меня переполняют эмоции и жду выхода от передачи.